подвальное помещение. Общественная палата и Ассоциация председателей советов многоквартирных домов исследуют потаенные места жилых домов по улице Задорожной, чердаки, подвалы, подъезды. Согласно жилищному кодексу, доступ в технические помещения должен быть закрыт. Это задача управляющих компаний. Сотрудники управляющих компаний должны проводить антитеррористические мероприятия. Первое – это обследовать помещения, подъезды, чердаки на предмет закрытия замков. Также сотрудники управляющих компаний должны встречаться с жителями и напоминать им правила антитеррора. Собственники могут и должны обращаться в УК, если увидят открытые подвалы, чердаки или подъезды. Среди других мер безопасности – выявление незаконной сдачи в наем или аренду жилых и технических помещений, контроль за вывозом мусора из контейнеров, а также эвакуация брошенного транспорта. Общественники намерены проводить проверки домов еженедельно. По нарушениям в управляющую компанию будут направлены обращения.